Артисты театра все делают творчески, каждый шаг и каждое слово пропитаны вдохновением. Даже стандартные напоминания о правилах этикета от артистов звучат иначе. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, садитесь. Мы вас ждали, между прочим. Как вы думаете, будет ли это хорошо, если мы сейчас все в едином порыве выключим наши мобильные телефоны? Необычный спектакль «Все начинается с любви». Евгений Гершов начал песней. Сам спектакль потому и необычный. Состоит из песен на тексты Самойлова, Вертинского, Пастернака и Маяковского. Авторские песни Рождественского и Высоцкого. Подруга гитара, давай мы с тобой сочиним такую балладу, какой отродясь не слыхали. Про тех, кто ругает режим, про тех, кто рыдает, и тех, кто уже отрыдали. Премьера спектакля прошла в литературной кофейне «От А до Я» 6 августа, а через два дня, 8 августа, спектакль дали в Центре культуры «Родина». Наталья Пухальская, Александр Кореневский. Анапа регион.